На щетинках зубной щетки может скапливаться до 100 миллионов микробов. Это вызывает инфекцию и заболевания ротовой полости. Дезинфекция зубной щетки поможет избежать многих проблем. Чайную ложку пищевой соды залейте столовой ложкой уксуса. Вы получили очищающий раствор. Замочите щетки на несколько минут, затем сполосните их и высушите. Такую процедуру проводите раз в неделю. Еще один простой способ – это перекись водорода. Она имеется практически в любой аптечке. Приготовьте раствор из двух одинаковых частей перекиси и воды. Затем прополосните в нем щетинки. После обработки перекисью зубные щетки можно не промывать. Любой ополаскиватель для полости рта содержит антибактериальные компоненты. Поэтому ополаскиватель оптимально подходит, чтобы продезинфицировать ворс. Налейте немного средства в стаканчик. Поместите зубные щетки и подождите 15 минут. После этого слейте бальзам, а щетку ополосните проточной водой. Каждые 3 месяца зубные щетки следует заменять, но вы должны применять ежедневные меры, чтобы ваша щетка была чистой до следующего применения. Если вы не чистите зубную щетку, бактерии и микробы могут расти и размножаться на щетине.